Партнер проекта «Курорт Усть-Качка». Территория здоровья. Рада встрече. Мальчики, вы что, сумасшедшие? Вы хотите, чтобы ваша жена была замечательной хозяйкой, роскошной любовницей, обалденной матерью, талантливым сотрудником чего-нибудь? Что вы читали на ночь, парни? То, что не Джейн Эйр, я поняла. Но я не поняла только одного. Где вы ищете эту женщину? Четыре в одном. Это даже не шампунь с кондиционером в одном флаконе. И любая тетенька вам подтвердит, что так не бывает. Немедленно хочу 8 марта. За все новогодние праздники я так отжалась, что мне хочется спросить, а кроме меня кто-нибудь устал? Я понимаю, что у вас праздник, а у меня что тогда было? Что-то меня мало кто баловал вниманием, блинчиками, борщом с помпушками, салатом с теплой телятиной. Зато каждый частый гость норовил у меня спросить, а что сегодня этого не будет? А мне все время хотелось сказать, будет, обязательно будет, если ингредиенты принесете. Я за эти праздники порадовалась один раз. Комплимент услышала два раза. Поработала 8 дней каждый час. А спасибо я, значит, буду ждать 8 марта. Когда мне принесут три вялых тюльпана, которые я как-нибудь должна оживить. Ведь должна же я получить хоть что-нибудь. Парни, с Новым годом, конечно, но если вы немедленно не подойдете к своей жене, любимой женщине или маме, с которой вы живете, и не поцелуете ей руки 11 раз, то я больше никогда вам ничего не скажу. Живите, как хотите. Буду ждать 8 марта, стиснув зубы и заглядывая вам в рукава. Потому что, я надеюсь, в карманах не поместится то, что хотите мне подарить. С вами была я, Ольга Филипповская, и программа «Пудра».